Чтобы приготовить ленивые голубцы, вам понадобятся ингредиенты, как для классических голубцов. Только вам не придется заворачивать фарш в листы капусты, так как она входит в его состав. Попробуйте. Благодаря тому, что в рецепте используется говядина, голубцы получаются довольно диетическими. Также вместо говяжьего фарша можно использовать куриный. После запекания в духовке, голубцы получаются сочными и ароматными. Чтобы узнать, как просто приготовить ленивые голубцы, прочтите этот рецепт. Рис выложите в дуршлаг и промойте под проточной водой. Затем переложите в кастрюльку и залейте водой. Отварите до готовности и остудите. Говядину пропустите через мясорубку или же измельчите при помощи блендера. Также вы можете использовать готовый фарш из говядины или свинины. Выложите отваренный рис в глубокую миску, добавьте к нему мясной фарш и вбейте сырое куриное яйцо. Очистите и вымойте лук с морковью. Морковь натрите на терке, лук нарубите острым ножом. Разогрейте в сковороде растительное масло и пассеруйте в нем овощи. Выложите лук и морковь к остальным ингредиентам. С кочана молодой капусты снимите верхние листья, сполосните ее под водой, нарежьте крупными кусками и измельчите в блендере. Выложите капусту в миску. Добавьте соль, перец и специи. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Сформируйте из получившегося фарша небольшие шарики. Возьмите жаропрочную форму и смажьте ее растительным маслом. Выложите в форму ленивые голубцы. Разбавьте томатную пасту водой и залейте смесью голубцы. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте в ней голубцы 40 минут. Приятного аппетита!